Привет! Это мы, радостные студенты. И у нас еще все впереди. А это все так же мы, но после окончания университета. Давайте посмотрим, чем отличается жизнь студента и выпускника. Классная вечеринка! Ребят, может боулинг? Точно! Да. А потом в тир! Да! И в гости! Маш, сегодня какое число? 7 марта! Может, расстанемся, а? Маш, помнишь, я тебе на 14 февраля мультиварку подарил? Так это и на 8 марта тоже! Ха-ха. Вот я придумал! И вот еще, в телескоп на солнце можно смотреть только 2 раза. Левым глазом и правым. И правым. И правым. Извините, а наклеечки не собирайте? Нет. О, тогда я заберу. Алло, чоп-чоп. У вас в барбершопе. У вас сегодня Андрей работает? Отлично. Сколько стоит? Все так же, 1200. Копейки. Ну давайте, запишите на 3 меня тогда. Дорогой, тебе виски прямые или косые? Да главное, ухо не отрежь, а. Алло, привет, Эби! С днем рождения! Спасибо! Спасибо! Детей забери из садика, они 4-е сутки там уже! Целовку у Любки! Каждый год после ее...